Вообще класс. И вот по этим островам Бостонской гавани можно покататься. Это хоп-он, хоп-офф. На чем? Ну, тебя привозят паромом. С паромом привозят, и все. И там следующий паром там каждые полчаса. Ну что, пойдем дальше? Вестервотер Тритмент Плант. Historic Pump Station. Лужа осталась отлива. Блин, ну вообще глаз нельзя оторвать, такая красота. И главное, видно вот прям с основания. Класс. Так, место называется Deer Island. А вон острова Бостонской гавани. У каждого острова там свое название. Это я брал брошюрку, читал. И каждая лавочка в память кому-то, да? Тут глянь, даже это фотографии. Ух ты! Николас Каруза. Наше сердце вечно. В 86-м году поймал 85 волн. 25 килограмм. Приезжает, да? А вон это, что это? А это, по-моему, водоперерабатывающий завод. Водоперерабатывающий? Водочистительная станция. Ну что, там было написано, да? Ой, пампа какая-то. Да, отсюда вода идет в краны, да? Это его вот так можно обойти, да, просто? Да. Лучше на велосипеде бежать. На велосипеде понятно. Поднялись на самую высокую точку острова. Отсюда можно посмотреть вид на Бостон. За деревьями, правда, но есть еще одно место, но это самая высокая точка. И есть такой вот телескоп. Как всегда эти плакаты. Вест, как вест? Защищать. Ничего не видно. Слушай, мне достаточно четко, да? Да. О, на базу. Не, в камере не видно. Все. Мы идем по другой стороне. Запах такой морской. Да. Здорово, столько мест еще неизвестно. Массачусетс.